Телеканал «Россия-2» начинает прямую трансляцию турнира «Беллатор-95». У микрофона Глеб Дворецкий, я приветствую всех любителей смешанных единоборств. В качестве эпиграфа к сегодняшним боям я хотел бы прочитать строки лауреата Сталинской премии, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. «Качает горный ветер колыбели, аульским малышам который век. Слагают колыбельную метели и снег лавин, и волны горных рек. Пусть будут наши дети удальцами, пусть славы дагестанцев не чернят. Орлы, парившие над их отцами, над маленькими горцами парят».